Отже, друзі, продовження теми творчості. Далі поговоримо про те, як організувати дозвілля вашої дитини, та й ваше також. Наші студії будуть ранкові гості. Радий представити наших ранкових гостей, фотографів Інес Бабінцеву та Олену Родіонову. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. Ой, так, зранку буває всяке в кожного. Я вас вітаю, дякую, що ви з нами. Сьогодні хотілося поговорити про те, як можна організувати дозвілля своєї дитини. Тим паче, що ви в цьому справжній вже профі. Ви такий новий осередок у Миколаєві, де можна зайнятися творчістю, ще й відпочити дуже добре. Першу, мабуть, поговоримо про дітей. Про той, скажімо так, клуб дозвілля для них, де вони можуть навчитися малювати. Що це за клуб і як, відповідно, вони можуть долучитися, наші маленькі глядачі? У нас по воскресеньям весь день ми приглашаємо діток, вони вчаться рисувати. У нас є преподаватель-ілюстратор Наташа Тіунова. Вона живе в Одесі, але вона приїжджає кожне воскресенье. Ексклюзив, так сказати. Да, ексклюзив. Вона приїжджає кожне воскресенье к нам в студію і учить діток. Возраст різний, від 4 років. 4 плюс у нас в основному. Угу. Менше 4 нету. Тобто такі даже карапузи, і вже ви їх теж вчите рисувати. 4 плюс, 6 плюс і цілий день. 8 плюс. Угу. Зараз старша група у нас 8-10 років. Угу. А группы как-то набираете теперь еще, возможно, постарше, скажем так, попрактиковались на поменьше, хотя многие начинают наоборот, со старшей уменьшают вас, наоборот, с самого сложного начали, и потом уже легче-легче. Да, сначала у Наташи были маленькие детки, это даже, по-моему, 3 годика были, если не ошибаюсь, 3-4, максимум 6 лет было. Сейчас она уже решила сделать отдельно маленькую, 4+, отдельно большую. И вот дополняет сейчас третьим уже промежутком еще 4+, у нас две группы будут 4+, и одна группка 8-10. Что дети могут, скажем так, научиться рисовать, это понятно, но может в каком-то направлении, либо какая-то вот есть фишка, я слышал, что потом еще альбом они получают, книгу такую. Да, да? Это называется нетипичный курс рисования, только потому что Наташа учит рисовать не кошечку, собачку и там домик, она пытается рассмотреть в ребенке что-то свое. Что-то, чтобы он смог развиваться и рисовать, и мог творить, и никто ему не сказал, что ты такое рисуешь. Я художник, да. Я так вижу, то да, есть да, здесь да, 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 правило но работает. Она направляет. Самое интересное, то, что она, например, задает тему, вот сейчас тема курса – это животные, она задает тему. Угу. Прорисовываем животные, но каждый должен придумать свою историю для своего животного, и каждый ребенок делает эту книжку со своей историей, то есть он должен от начала до конца сделать… То есть такое комплексное развитие, вместе да, с тем еще да, и, да, и да. Сказочники юные. То есть они, получается, создают, по сути, иллюстрации к своей истории, да, которую там придумали. Боже, как это круто! И помню еще свои ребенка, времена, когда реально говорили, вот лошадка у тебя неправильная, почему у нее там пятая нога? Ну, не хотелось. Здесь слово может быть розовый, потому что это все фантазии. Не ограничивает ничего. Да, Наташа направляет, как это сделать правильно по композиции, по цвету, как-то, чтобы, как мешать краски. Но идея – это ребенка, чтобы он развивался. Если мы говорим о материальной подготовке, в плане того, что нужно родителям купить ребенку, чтобы он пришел уже с готовым пакетом, чем рисовать, на чем рисовать. Эта техника как-то ограничивает в материалах или... Все просто, в принципе. Для материалов сейчас, вот Наташа вела, чтобы родители приносили небольшой комплект, то есть это набор кисточек определенных. Акварель. Акварель. Да, это достаточно простая акварель. Это акварельная бумага. И все. Все. А все остальное, чем ребенка... они дополняют, у Наташи на студии все есть. Техника акварельная. Ну и карандашами там где-то дорисуют, что интересно, чтобы добавить, заполнить. Это есть все в студии, дополнительные материалы. Как вообще давно возникла такая идея? Потому что я помню еще, когда только зарождалась фотостудия, потом со временем начали проводиться различные, скажем так, клубы по интересам, там кино и так далее. Но вот как дошли уже до этой точки, вот, чтобы еще обучать и делать такой досуг в воскресенье? Потому что многие фотостудии, ну, на том заключается, что, ну, арендуют там у них фотографы, фотографируют, да и все, на этом как бы все заканчивается. Тем более воскресенье – горячее время, когда можно было бы заработать на фотосессиях. Но, скажем так, у вас акцент на детей. Развитие. Мы хотим развивать город наш, Николаев, чтобы в воскресный день, когда дети выходные, им было где проводить время, потому что они у нас проводят полдня. Занятия идут 2 часа. Угу. Не 40 минут, там час, а 2 часа. То есть они полдня у нас проводят. Больше занято с 10 до...
5, да? Ну да, да, у нас целый день дети. Угу. А да. Потом от них такая аура. Ну и Наташа, она такой очень светлый человек, и она очень детей любит, она с ними и прыгает, и у них есть минутка физкультуры, они там... То есть, по сути, у вас получается такая комната отдыха для детей. Да. Круто. Если мы говорим о направлениях детей, то, что они потом получают, вот эта книга, да? Сколько по времени они проходят этот курс? Потому что я услышал, что тема курса сейчас... Четыре занятия у них идет. Одна тема — это 4 занятия. А то есть за месяц они вот какую-то основу получают, да? Без ограничений, можно сказать, курсов сколько хочешь, сколько учишь, да? Но у нас сейчас тема животные, следующий месяц это тема космос, и дальше Наташа фантазиями заканчивается, и будет продолжение. То есть один ребенок может посещать все-все-все занятия, то есть нет ограничений. Если мы говорим для взрослых, у вас тоже есть чем их порадовать, потому что есть, скажем так, на территории фотостудии еще формируются такие клубы по интересам. Что это за клубы? Ну, в первую очередь, мы такая платформа для творческих людей, для фотографов, но сейчас мы организовались и сделали каждую субботу кинопросмотры. В МОМе в 6 часов вечера собираем народ, смотрим интересные, старые, новые сюжетные фильмы, стараемся вести на английском с субтитрами, так что тоже в развитии, в творчестве такого плана тоже отдыхаем. И по вторникам Саша Данильцев когда-то к нам пришел с такой идеей провести «Зеленый контрабас», который проводится в Харькове. И вот у нас по вечерам вторника в полной тишине и темноте мы слушаем очень редкие, никому неизвестные альбомы полностью. И расслабляемся, расслабляемся, думаем о своем. То есть минут такой вот час посвящения себе. Круто. Вот так что, друзья, если у вас есть желание вместе со всеми, но наедине послушать хорошую, качественную музыку, либо посмотреть хорошие фильмы, приходите. Давайте мы сразу скажем, где вас можно найти, потому что рассказали, где детям, где взрослым, но, скажем так, где находится эта платформа отдыха? Торговый центр «Кит» на Маломорской, 3-й этаж, к нам можно прийти, мы там всегда на месте. И пообщаться. Так, нам можно приходить и просто поговорить. Попить чай, кофе. Так что, друзья, вот так ждут вас девчонки. Для того, чтобы хорошо провести время, знают, как занять ваш досуг. Вам спасибо большое за то, что вы есть такие вот люди, которые, скажем так, хотят непосредственностью, творчеством развивать город и людей, которые в нем живут. Спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в студию.